Всем привет, Драйв Ютуб. Приехали мы боронить картофель в этом году, в 2015-м, первый раз. Вот такое у нас поле. Дай мне. Вот. Так вот оно заросло все. Небольшое поле. Тут маленько мы начали уже. Сейчас, в общем, чуть-чуть заснимем, покажем. Пофотаем. Картошечка уже взошла немножко. Все, едем. Хоть что. Картошку вырывает местами. Немножко получше. Ну все, продолжаем. Так у нас получилось, скажи. Я думаю, лучше, чем было. Конечно, это грубая трава не выпадала. Теперь надо подокучивать ее. А скоро можно ехать через недельку на первый раз пройтись, окучить. Так что вот так вот мы полем огород. Завтра поедем с триммером, будем косить траву, полоть тыкву. Ну, в общем, вот такие вот у нас сельскохозяйственные дела. Так что комментируйте, заходите на Драйв, подписывайтесь на YouTube. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.